Тирасполе сегодня наградили победителей и призеров конкурса «России верные сыны». Организатор – Союз русских общин при поддержке Россотрудничества. Дети и молодежь пишут сочинения, рисуют. В этом году участникам предложили порассуждать на темы «Учатся у тех, кого любят», «Хорошие учителя создают хороших учеников» и «Каждому в жизни нужен наставник». Василиса выиграла в номинации «Особое мнение жюри». Моя работа о том, что наставник в жизни человека – это не только человек. Это, конечно, это может быть и учитель, и родители, и друзья. Но я высказала свою мысль о том, что наставник может быть книга. Я рассказала о Библии, о том, как она помогает в жизни, как наставляет и поддерживает в трудные моменты. Всего на конкурс прислали больше 200 работ, в финал вышли 70. Победителей и призеров больше 30 школьников. Им вручили дипломы, книги и другие подарки.